Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и мы продолжаем играть растения против зомби-героя. Так, ну что, приступим к ежедневным задачкам. Выиграйте многопользовательскую игру, выиграйте игру хитрым зомби-героем и выиграйте Нептусю. Слишком дофига у нас про зомби, да? Может быть, вот это вот поменять? Нанесите 30 единиц урона зомби-героям. Ну, хоть что-то другое. Так, и Нептусь. За Нептусь будем играть. Ну что, друзья мои, будем играть за Нептусь. И нам не хватает 70, как ты видишь, кристаллов. Для того, чтобы мы с тобой купили один из паков. Ну, где моя нелюбимая Нептусь? Ага. Будем сейчас за нее играть. Ну, давай. Прогружайся. Блин, а я этот-то поставил себе? Да нет, VPN стоит, все нормально. Должны найти соперника. Вот он. Да, повезло мне. Цитрон выпадает. Ё-моё, у меня здесь спортивная колода. О-оу. Ну ладно. 32-й ранг имеет цитрончик, как ты видишь. Ну, давай начнем, наверное, потихонечку, да? Так, выпадает орех. Давай его сюда сместим. Так, насколько я могу понимать, ребята, будет... будет у нас чудачок на орешках, да, играть? Получается так. Ой, ладно, будем смотреть. Опа. Так, что же ты... Что же ты предлагаешь, парень? А? Потом будем использовать, наверное, этот. Хотя... Два даже. Ну что, давай снесем. Посмотрим, кого из каких мы уберем. Понятно. Поехали. Значит так, да, дело пошло? А я пропущу пока. Ну. Еще один. Допустим. Так, чем мне надо? Да я боюсь уже тут... боюсь, что мне уже тут ничего не надо, друзья. Заморозим, наверное, вот этого хмареныша. Так а что мне еще остается делать? Все. Три, ну тут все, тут хана, друзья. Тут хана, Нептусь. Здесь не справилась. Если бы мы с тобой на ранней стадии бы еще бы один орех бы бомбанули бы сразу же. Тогда да. Так, подожди секундочку, сейчас я посмотрю кое-что, что у нас тут вообще. Неужели чисто спортивная колода? Ну, получается, что да. Какая-то такая. Блин. Зачем мне вот этих вот два? И вот этот вот зачем? Мы уже можем
Как-то... Давай тогда, если у нас спортивная колода, так по идее нам нужен... У нас вирус-то есть здесь? Вирус есть. А может быть этого хламона взять? Тут бы по большому счету пригодилось бы, если он прокачивает их. Я даже не знаю, ребят, что тут лучше взять. Так, подожди, измени. А, и у меня еще двух карт нету. Да. Даже не знаю, ребят. Давай посмотрим с такой комбинацией. Но что-то мне кажется, что что она здесь не прокатит. Это же Нептус. И опять Цитрон. Ребят, опять Цитрон. Ну, у меня только второй ход есть. Ну, вот сейчас можно, кстати, будет и проверить. Ать, впустую сыграл. Ладно. Так, а он не спешит. Видимо, что-то, друзья мои, выжидает. Только вот что? Что он может выжидать? Ну, как вариант... Интересно, у него могилоед есть? Ну, он, грубо говоря, использовал просто так, да? Ну, как просто так? Он получил карту. Он получил, ребята, карту. Так, что у нас дальше? У нас есть... У нас есть вирус. Он поставит, интересно, этот гриб или нет? По идее... О! Ну, давай посмотрим. Ну, я не знаю, стенорех. Будем через этого, наверное, отыгрывать, друзья. Верно? А там посмотрим. Что бы нам убрать-то? Давай вот это уберем отсюда. Поехали. Пам-пам-пам. Ну понятно, что он прикроется листочком или же... Вот что у него. У него есть бомба.
Так-с. Ну, погнали. Три в лицо, да, неприятно, я не спорю. Блин, мне нужен этот, ребята, где у нас могильщик, или как его там назвать-то, я даже не знаю. Ну, давай я сделаю вот так вот. Да и пока хорош. Это мы с тобой вовремя предугадали. Так, бомбанет же, да? Надеюсь, бомбанет. Поехали. Так, у него, наверное, слава работает сейчас. Блок сработает. И кого-то он превратит во что-то нехорошее. Ну что, я, наверное, пропускаю пока, да? 9, он стоит 8. А этот сколько поедает? Одну или две энергии? Две. То есть ему уже будет не поставить, да? 7 же должно остаться. Угу. Ты понял, да, что он делает? Поехали. До свидания. Хорошо получилось. Какой, а? Паттайю. Он спрятал, ребята, Паттайю. Ты прикинь, вот такой вот он навозник. Втихаря где-то там. Из-под запазухи высунул ее. Вот такой вот он, этот цитрон. Друзья мои, 50 самоцветов. Значит так, нанесите 30 единиц урона зомби-героям. То есть это я должен играть за растения, так? Кто у нас отважится нанести? Ну давай попробуем бонг-чой, фиг с ним. Я ничего не теряю, только приобретаю. Давай смотреть. Ух ты, мы против Нептуси, одинаковый ранг. Грипп или бомба? Бомбу, наверное, оставлю. На чем Нептусь у нас будет играть? 40-й ранг. Это не шуточки. На воду, наверное, поставит своего осьминожку. А я бы на воду поставил. Во-первых, ты имеешь преимущество сразу же. Как ни крути, да? Мы 2 единицы урона, он мне 1. Ой, мы ему 2, он мне 3. Как бы уже идет вперед. Ну ладно. А дело в том, что мне сейчас некого поставить. И пошли доборы. Друзья, ну мне кажется, у него ландшафт еще будет помимо этого всего. Я думаю, ты понимаешь, про какой ландшафт я говорю, да? Давай так сделаем. Я так и думал, ребята. Я про этот ландшафт вам говорил. Хм.
Ну, нечего пока сделать мне, друзья. Нечего. Ландшафта у меня нету, хотя ландшафтов... А, у Бонгчуя же, откуда у него там ландшафты-то? О, как. Кого он туда мог поставить? Кого-нибудь с прочерком? Ага, перемещает. Нифига, ладно. Мне с этим надо что-то делать. Да сколько этих могилоедов-то мне тут дали, эй! Так, начнем. Да, набрал там картишек. Ну, два в лицо, понятно. Два в лицо. Сейчас будем смотреть, что он сюда будет выставлять. Ну давай уже, не томи. Взял защиту. Взял защиту. И вот так он сделал, да? Друзья, логично было бы, конечно, вот этого поставить сюда. Но я, наверное, сделаю вот так. Угу, вот оно что, да, значит. И вот так сделаем. А тут... Да и все, наверное, пока. Не, то есть, что у нее еще осталось, ребят? Опа. Неприятно, конечно, 4 в лицо. Но этому крышка, да? Это вот мы не пробьем. Это неприятно, конечно, но у нас есть еще небольшая хилочка. Даже так. Он меня напрягает. Самоиста, да, взял? Ну, нам нельзя получать урон, поэтому, друзья, наверное, выставлю вот так вот. Там посмотрим. Заморозкой занимается, да? Так, я надеюсь, сработает. Сработает. Что нам выпадает? Пригодится. Слушай, ну неплохо, в принципе, ребят.
А за это мы карту берем? Нет. Карту мы не берем. Теперь я жалею о том, что мы потратили с тобой все могилы. Что можно сделать? Ну, у него наверняка будет перемещение, так? Наверняка, ребят. Я просто хочу посмотреть. Понятно. Ну, ландшафт, понятно, поменяет. Куда он там хочет? В лицо, что ли, мне? Если бы не самое начало, если бы не самое начало вот этого ландшафта, ну, надо было, конечно, мне, наверное, все-таки цветок ставить. Наверное. Так, дай я посмотрю, у нас вообще ландшафты-то здесь есть хоть какие-нибудь? Ну, вот почему мне вот этот ландшафт не выпал вообще ни один? Почему? Вот потому что 4 штуки, 4 неуязвимых ландшафта, представляешь? Ну, тут Капитан Брейнс. Что-то до боли знакомый Капитан Брейнс. Поехали. Я так и думал, что когда он ставит этого хламона на ландшафте, сразу можно, как говорится, 100% уверенностью говорить, что здесь будет ландшафт. Как-то его уничтожить 1-5 на первом ходу, но это проблематично, если честно, чтобы вот так вот просто бомбануть. Сложно. Очень сложно. Давай поставлю вот сюда. Я просто хочу глянуть. Так, ну он зомби-астронавт, естественно, мой клюет на него, вылетает. Ну тут обмен. Но он способность под свою потратил одну. Такс, вот что он делает. Так, ну плюс еще этот выдаст нам, да? Слушай, ну, в принципе, очень неплохая карта. Кто у него там, маг спрятан или кто? А, рикошет. Окей, рикошет. Потом кого он там собирается? Горбовщика, что ли, брать? Кактус. Да, друзья мои, Горбовщика. Что мы тогда сделаем? Давай поставим кактус. Он выкинуть сможет только одного, так? Ему огурец мой помешал, да? Ребята, расслабляться не стоит, потому что 100% будет еще один. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Вот где, скажи ко мне на милость, мои в данный момент могилоеды? Сейчас посмотрим.
Чё он затеял? Он что-то, друзья, затеял, что-то недоброе. Ну вот что? Давай поставлю так. Неужели у него телепорт? Такой же может быть. Ну и вот так. Интересно. У него есть перемещение, да? У него есть кровожадность. Он делает шаманство. Он что-то хочет вытянуть. Все-таки кровожадность, да? Еще и бонусную атаку лепит. Так, ну что, у него может быть еще, ребята, перемещение, так ведь? Может. Ты собака, ты посмотри, а. Я и совсем эту карту, ребята, так редко используют, что я про нее и забыл. Слушай, Бонгчой, хорош. Хорош дурака валять. Мы с тобой тут будем сейчас до посинения 30 единиц урона наносить. Давай возьмем что-нибудь другое. Так, ребят, подождите, надо кое-что глянуть на кухне. Я там котлеты делаю, правда, не так, как все обычно на сковородке. Я, ребята, в духовке. Так, ну что, Бонгчой, ну, не повезло. Эх, Бонгчой, не повезло. Давай попробуем за Розу. Так, значит, заморозка. Сразу что-то нам тут... Ну что тут накидывают нам? Ну е-мое. Я вот не знаю, есть там у него что-нибудь такое. Он может заморозить, да? Ну а смысл заморозки? Нет, сосисочник. Не в этот раз. Только не говори, что он на пиратах будет. Ну, это вот неприятно, друзья мои. Это вот неприятно. Вот это вот скользкая гадюка. Ничего не могу сейчас поставить. Прикрываться есть ли смысл? Он же улетит, да? Ну давай так сделаем. Сработает защита. И что у тебя? Заморозка, да? Нет, ребята, он ничего не стал делать. Пока. Интересно. Или все-таки вот так вот бомбануть? Тогда мы ему оставим энергию целую кучу, а?
Ну давай так сделаем. Мне просто интересно знать, что сейчас выпадет мне. Черт, не знаю. Ладно, давай. Ты зря радуешься. Ой-ой-ой-ой-ой, подожди. Да ладно, черт с ним. Рикошет будет применять? А, заморозку всех на земле. Значит, вот что он держал, друзья мои. Давай вот этого, пожалуйста. О. Ну как, о, не о, ребята. А, ого-го. Черт, мне не хватает. У меня такая ситуация. Прямо вообще хреновая ситуация, друзья мои. Там вампиризм, да, будет работать? Неужели у него какое-то усиление есть? Если он сейчас не перекроет вот этих двух или как-то не усилит. Пять и два, семь. Он рассчитывает на сосиску, да? Он рассчитывает на два удара сосиской. Он мне не оставляет выбора. Нет, 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 нет. Сколько? Семь. Живем еще, ребят. Нет, не живем. Не сработал блок, и помимо этого у него еще две атаки было, оказывается. Но, друзья мои, мы заработали. Точнее, не заработали, а выполнили задание. И теперь... Куда он это взял? Неужели он это держал при себе, а? Вот до чего вот эти вот редкие удары, ребят, когда они у меня выпадают? Я ими даже не успеваю воспользоваться, если честно. Угу. Минус один, один по земле. Неплохо, да, прокачивается. А у него еще 32 здоровья. Сейчас что-то будет. Почему он так сделал? Yeah.
Но этого надо убрать отсюда. Жалко, что у нас вот это вот погибнет. Да, неприятно. Деловой такой. Так, будет применять он заклинание? Ну, конечно, летучие мыши. Плюс добор карты. У него же капелька, да? Пора проучить его. Заколебал он, серьезно. Нет у него никакой капельки. Спокойно получает в лицо. Даже так, и вот так. Мы тогда сделаем следующим образом. Посмотрим. Я так и думал, что все-таки капелька у него будет. Ладно, ребят. Пять в лицо. Плюс бонусная атака. И дело в шляпе, да? Или как лучше сделать? Да не поможет тебе это даже... Даже не мечтаю об этом. И еще вот так вот. Один, три. Ну, по-моему, все, ему крышка. Да не по-моему, а крышка. Ну ладно, ежедневку сделали. Мне за это самоцветы же не полагаются, насколько я помню, да? Только лишь билетики. Так, ну а теперь давай глянем, что у нас в геройских заданиях. У нас остался всего лишь один. Заморозк. Повысьте силу выглядящих собак до 5 единиц. Давай попробуем. Для этого надо что-то новенькое, наверное, создавать. Выглядящих собак до 5 единиц. Это получается, что... Эта команда должна быть... Команда животных, насколько я могу понимать. Это у нас животное или нет? Да, это питомец. Такс, и как же это у нас? Вот эти нам нужны. Йети идет к питомцам. Акула, по-моему, идет к питомцам, да, у нас? Это тоже питомец, насколько я помню. Но нам нужны и бафы. Нам нужны бафы, и нам нужны, по идее, ландшафты. Что-то типа того. Уж не знаю, насколько у нас тут хорошо это все получится. И получится ли вообще, тоже неизвестно. Но глянем. Поехали. Выгрузчика собак прокачать до 5, я так понял, да? До 5.
Так, пригрей не питомцы, питомцы. Я не помню, как это работает. Вначале его ставить, да, после этого? Эх, не помню я. Ну, ландшафтик-то у него, наверное, пригрелся там 100%, ребят. А как это работает? Во время этого хода при использовании питомца плюс 3. То есть вначале мы ставим. Или подожди, нет, вначале мы ставим бабку. Да, вот так вот. Ну, мне выгрузчик собак нужен. Мне нужно его прокачивать. Что тут мы тут с тобой делаем? Он боится за свой орех. За этот. Потому что знает, что он погибнет, если он сейчас его не прокачает. Или что-то с ним не сделает. Ты смотри, что у него, а? Бомбочка, ребята. Угу. Даже так. Но он уже понял, что я на животных играю, друзья. Он уже это догадался. Да тут, наверное, любой бы догадался. У меня, конечно, колода такое себе. Согласись. Так, прокачивает этого говнаря. Это первое, что нам нужно сделать. И сделать его надо вот так. Жаль, не могу я поставить сюда никого, но... По земле, интересно, есть два удара или нет? Как ты думаешь? У него есть бонусная атака, скорее всего. Да мне в любом случае крышка, ребят, потому что здесь размажет сейчас он. Два выстрела. Повезло. Ну а дальше что? Так что ли сделаем? И сейчас двойной удар, да, по земле? Будет интересно. Ну, наверное, оставит. Вытягивание двух карт. Тебе не кажется, что слишком много вот этих вот? Да все, ребят, как я тут ему пробью лицо? Уже никак, наверное. Так вот сделаем. 5,5. Здесь максимум будет 3,2. Да нет, все, тут уже... Да даже и без этого
как его звать-то? То, что кокосы. Не в этом суть, ребят. Суть вот в этом. Вот. Он мне пробьет лицо. Блин, за Морозго очень тяжело играть. Ну, в плане того, что, друзья мои, выгульщик собак. Кошатница мне не выпала. Один раз только вот досталась. Ой, и то он ее бомбой бомбанул. Выгульщик собак. Прокачай. Да. Ладно, я буду пытаться. Пытаться пробовать. Смотри-ка, сразу захомячил. Даже не посмотрел, что это маленькая курочка. Гад, а? А если я так сделаю? Орехи, орехи, орехи. Ну что он там с этими орехами? Я не знаю, ребят, что он будет делать. Сейчас попробуем поставить йети. Сюда, наверное, да? Так, этот улетает. Так. Так, 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 так. Ладно. Давай так попробуем. Блин, там еще и реклама выскочила ни с того ни с сего. Так. А зачем я это сделал? Он же все равно сейчас улетит. Ребята, у него хил. Может быть. Ведь может же быть у него хил. Сейчас посмотрим. Так. Ну, это ладно, это бог с ним. Это бог с ним. Так, ну что, он хочет прокачивать его? Будет ли он его прокачивать? Я не уверен. Поехали. Так, надеюсь, в блок. Итого остается 4 хп. Что мы можем с тобой здесь сделать? М?
Слушай, а если мы вот это вот используем? Вот эта штука вот. Давай посмотрим. Угу, всех зомби на земле уничтожаешь. А вот про это ты забыл, наверное? Ну опять же, ребята, выигрыщик собак нужен мне. Ну фиг ли мы с тобой. Выигрыщик собак, блин, ну мы тут, конечно, зависим надолго. Проблемно будет прокачать их до 5 силы. Тяжело. Тем более еще и вспышка на солнце. Пропустим пока ход. Ну что, если вот так вот, например, и вот так. А будет куда бомбить? Сюда? При игре одни питомцы, все питомцы получают плюс один. Но ему придется выбор делать. И он его сделал. Так этот все равно прокачается. Господи, что ты... Единственное, что в блок можем попасть. И три в лицо. Это да, это неприятно. А, вон он кого. Ребят, он еще этим самым сбивает мне вот этого. Слушай, ну... вот это вот неплохо. Плохо немножко другое. 4, 7. Ну хорошо, давай. А выгульщик и собак мы так с тобой и не нашли здесь. Жаба, вали нафиг отсюда, пожалуйста. Не томи меня. Все хорошо, все замечательно, но вот это вот. Он же знает, что мы ему в блок, да, будем бить? Два случайных шампиньона. На что ты рассчитываешь, вспышка? Вот в чем вопрос. Блин.
Да. Друзья мои. Ладно, пойду я там готовить. Давай на сегодня закруглимся. Я думаю, что в следующей серии мы уже, наверное, получим с тобой паки и откроем. Но с выгрузчиком собак будет очень и очень тяжело, друзья мои. До 5 силы прокачать. Ну это ладно, прокачать. Они нам не выпадают. Если даже выпадут, нам все равно будет не сладко. Так что на сегодня все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.